участник под номером один. Клубы собаки показали очень энергичное слушание, но весьма некорректное. Теперь по оценке участник номер один. Собака идет очень внимательно, во всех частях очень внимательно, но хотелось бы, чтобы она шла существенно корректнее, не забегала вперед, не отставала, показывала существенно лучше. Поэтому оценка, хотя я оставила за счет внимательности, еще хорошо, нижняя хорошо. Сидеть в движении. Оценка была снижена за развитие по многих элементов, потому что в развитии собака идет крайне некорректно. Следовательно, чуть спокойнее. Оценка хорошо. Лежать очень хорошо, стоять очень хорошо. Опор на ровной поверхности. Существенно же должен быть опор. И собака на следующем должна лучше сдерживать опор. И, по-моему, в двух частях была задержка при команде молодой. Итак, опор на ровно удовлетворительно, опор через барьер хорошо, через напорную стену хорошо. Высок вперед, высокая очень хорошо, важно быстрее реагировать на команду и ложиться. И лежать при отвлечении, к сожалению, очень хорошо, проводник не должен вести поводок в руке при приближении к собаке. Сегодня 85 баллов, оценка хорошо. Следующий участник. Здесь рядом было с большими проблемами, помимо того, что оно было нестабильным, некорректным. Собака теряла внимание и концентрацию. Также были проблемы с разворотами. Остановки были в порядке. Нижняя удовлетворительно. Сидеть при движении высоко очень хорошо. Лежать при движении высоко очень хорошо. Стоять при движении хорошо. Пошла собака. Опорты. Сами аппортировки очень быстрые, энергичные, с хорошими захватами аппортировочных элементов. Но собака должна существенно сидеть спокойнее в начале. Были срывы выдержки. И желательно, чтобы проводник все-таки выдерживал паузы до забора аппортировки и после забора аппортировки. Опорт на ровной поверхности хорошо. Опорт через барьер. Хорошо, опор через наклонную стену, удовлетворительно. Высок вперед, к сожалению, понадобилась вторая команда, при приближении собаки села, удовлетворительно высокая. Лежать при отвлечении хорошо, собака должна существенно спокойнее заходить на выдержку. И, соответственно, лежать более спокойно при начале вашего отхода с собакой. Оценка хорошо, сегодня 81 балл, оценка хорошо.